Третий, ну как вы там это? Первый, говорите, говорите. Третий, ладно, ну не надо своим ребятам. Второй, читал он, а? Первый, может быть, вы читали Ильина? Третий, кого? Первый, Ильина. Нет? Ницше, Хайдеггера? Ну там, Шпенглера, что ли? Этого еще, второй, Кастанеду. Первый, ну, например. Третий, кого? Первый, о чем с ним говорить? Второй, не о чем говорить. Первый, вообще поговорить не с кем. Второй, жаль, Ганди умер. Первый, кто? Второй, Ганди. Первый, жаль. А кто это? Второй, друг Кастанеды. Первый, вот, с этим бы поговорил. А приходится со всяким мурлом. Второй, да он Муму не читал. Третий, Муму читал. Второй, вот и поди утопись на своей рыбалке. Третий, зря вот так с народом. Второй, опа, нам угрожают. Третий, я не угрожаю, а просто посижу так, посижу, а потом встану. Первый, я не понял, кто у нас народ? Второй, у нас он. Третий, у вас я. Первый, второму, наш запамятовал. Третьему, народ, денег хочешь? Третий, да. Первый, а поработать? Третий, боже упаси. Первый, да, он, узнаю. Собака Павлова, на, держи, это тебе. Дает пачку купюр. Третий, о, другой разговор. Первый, как жена, дети, все, ничего. Первый, ну, слава богу, а то я волновался. Дает еще денег, это детям. Скажешь от меня. Третий, обязательно скажу, они у меня такие умницы, а можно они вас нарисуют? На уроки патриотизма, первый, можно. Третий, вот это я понимаю, народный это, родитель, это, родитель, наливает, поднимает, за ваше здоровье, первый, все для человека. Третий, когда выборы? Первый, когда захотим. Третий, я за вас, первый, так другого не будет. Второй смеется, третий, а мне вообще пофиг. Второй, за это мы тебя и любим, дурачок. Громкий треск, как будто рвется холстина. Первый, что это? Громкий треск, декорация на мгновение накреняется, все трое теряют равновесие, вскрики застывают держать друг за друга. Третий, это что было? Первый, он. Третий, кто? Первый, позвольте. Извернувшись, смотрит в бинокль. Второй, ну, первый, он. Третий, не понял. Второй шепчет третьему в ухо. Третий, что, серьезно? Второй, когда я шутил? Подкрался незаметно. Третий, и что, вот прямо всем? Второй, сам-то как думаешь? Третий, я в отпуске. Меня нет, у меня рыбалка, ничего не знаю, накрывается газетой. Второй, и что теперь? Первый, вводим в действие план Б. Второй, а что за план? Первый, ждем. Второй, понял. С хрипом бьют часы, удар и ку-ку, пауза. Второй, а если перевести стрелки? Первый, куда? Второй, назад на пару суток. Первый, и что? Второй, как что? У нас появится время для маневра. А пространство у нас уже есть. Пространство у нас девать некуда. Хочешь слинять? Второй, разумеется. Первый, дайте вашу руку, вы честный человек. Второй протягивает первому руку, тот пожимает ее, второй пытается отнять руку, но не может. Дергает несколько раз, безуспешно. Первый, мы будем вместе до гроба, правда? Второй еще несколько раз пытается освободить руку, потом вздыхает. Видимо, да. Первый смотрит в бинокль на дорогу. Второй, идет. Первый, если он остановится, я вам скажу. Третий, никто не знает, смотрит в газету над кроссвордом. Конец света, вторая буква П. Второй, какая? Третий, вторая. Второй, точно вторая? Третий, ага. Второй, а сколько всего букв? Третий, 11. Второй, длинновато.
Первый, не отрываясь от бинокля. Апокалипсис. Третий, что? 11 букв, вторая П. Третий, как? Апокалипсис. Конь бледный. Третий, конь не влезает. Первый, а ты без коня. Пешком. Третий, влезла. Тютелька в тютельку. Класс! Второй, простите, а вот он какой из себя? Первый, кто? Ну, этот, который нам приходит, 6 букв. Первый, а, ну такой. Полный. Второй, что-нибудь говорит? Первый, что ему разговаривать? Третий, закрывая газету. Нет, так нельзя. За что? Второй, да, за что? Первый, нас. Третий, меня. Первый, тебя вообще за все. Третий, меня нет, я в отпуске, у меня рыбалка. Резкий зумер телефона, пауза, все смотрят на аппарат в будке. Третий, меня нет. Второй, так никого нет. Зумер продолжается. Второй, это вообще не нас. Я думаю, не туда попали, шеф. Третий вдруг смеется. Первый, что такое? Третий, про тещу вспомнил. Ей тоже? Первый, да. Всем так всем. Третий, а вдруг всем он, а мне нет? Второй, а что тебе вдруг, тебе нет? Третий, а так. Первый, тебе первому. Третий, интересно, а что это мне первому? Вы бла-бла-бла, вперед-вперед, яхты с мигалками, а мне первому? Первый, а кто мне все яйца вылизывал, чтобы я вперед-вперед? Третий на второго, он. Второй, я? А кто же? Просто я был ближе. Мне деваться некуда. Первый второму, ты ж моя радость. Третьему, и потом я ж его пытал. Второй радостно, да, больно было, больно. Первый, еще бы, он же у нас это, второй, жертва авторитаризма. Первый, вот, лизал и страдал. А ты сам прибежал с поднятой рукой, подпрыгивал. Третий, нифига себе, а кто мне обещал вперед-вперед? Первый, а что я тебе должен был обещать? Назад-назад? Третий, это нечестно, первый, нечестно. Руки с жопы растут, пальцы заточены под стакан, в голове ботва, а зарплату ему подавай. Всю кормушку выжрали. Третий, я выжрал кормушку? А кто? А что мне голодать, когда вы вперед-вперед? Первый, вот и встречай теперь. Смотрит в бинокль. О, на тебя смотрит. Третий, я маленький человек, я делал, что все. Второй, а все, а третий? Третий, а все делали, что я. Первый, второму, это не страна, это детский сад какой-то. Стадо баранов! Третий, ага, мы, значит, бараны, а мы, значит, элита. Второй, разумеется. Третий, нам, значит, цирк с конями, а вам список Forbes. Первый, так получилось. Второй, первому, кстати, могли бы поделиться. Первый, нашли время. Второй, а что? Ну, вдруг всего, да, мне нет. Смеется. Следом начинает смеяться первый. Некоторое время они оба смеются, хлопая друг друга по спинам и коленям. За этим занятием их застигает звук залпа. Через секунду раздается взрыв. Все трое падают на пол. О, хорошо. Взрыв. Все трое падают на пол. Сверху косо выпадает и застывает кусок балки. Осыпается штукатурка. Пауза. Второй. Коллеги. Предлагаю обсудить создавшуюся ситуацию в концептуальном ключе. Первый. Да, надо признать, положение дестабилизировалось. Ваше мнение. Третий. Блядь, довели, суки, а? Довели, поубивал. Первый. Это контрпродуктивно. Второе. Что вы предлагаете? Первый. По-моему, самое время приступить к реформам. Второй. Сейчас? Первый. Да. Вы как насчет модернизации? Второй, я неплохо. Первый, думаю, пора задействовать весь потенциал. Второй, чей? Третий, его. Первый, его. Третий, суки. Новый разрыв, снова что-то рушится и падает. Первый, да, инновации. Я думаю, это именно то, что нам надо. Вы любите инновации? Второй, уже да. Первый, сильно? Второй, жить не могу. Первый, вашу руку? Второй, не надо. Первый, надо, а то знаю я вас. Второй, да здесь я, здесь. Первый, так, поедем в Давос, застрём им мозги.
Возьмем кредитов, проскочим. Второй, хорошо бы. Первый, всегда проскакивали и сейчас проскочим. Второй, а Давос-то в какую сторону? Первый, неважно, главное, что отсюда. Второй, а куда? Первый, сориентировавшись по солнцу, туда. Второй, а этот где? Первый, этот там. Второй, посмотрите, кто ближе. Первый, посмотрев туда и сюда, не Давос. Третий, преступный режим к ответу. Первый, второму, что он сказал? Второй, он сказал преступный режим к ответу. Первый, третьему, все сказал? Третий, нет, еще это коррумпированное правительство под суд. Первый, это то же самое. Третий, да, ага, просто другими словами. Третий, неважно. Главное, чтобы все знали, а главное он, кричит вдаль. Я сам по себе, и не имею никакого отношения к этой проворовавшейся клике негодяев. Сам удивляется. Опа, как сказал. Первый, кто его научил? Второй, я думаю, американцы. Первый, да, второй, а кто же? Третий, свободу узникам совести, то есть мне. Народ протестует, то есть я. Первый, кто он? Второй, он говорит, народ. Первый, опять? Второй, да. Первый, а мы кто? Второй, не будем обобщать. Вы, например, преступный режим. Первый, а вы? А я свободный интеллектуал. Жертва авторитаризма. Новый разрыв, потом еще и еще. Что-то рушится, отваливается, сыпется. Пауза, тишина. Гулкий голос в тишине. Сортировочный резерв, третий на пятый путь. Второй, в каком смысле? Гулкий голос. Зинатулин, оглох что ли? Третий на пятый путь. Второй, где мы? Первый, это не Давос. Голос. Зинатулин, твою мать, работать будешь? Второй, значит, тут еще кто-то работает. Новый разрыв, что-то падает. Первый, второму, погляди, этот жив там? Что-то замолчал. Третий, коррупционный режим к ответу. Жив. Хрип часов, удар и ку-ку. Третий, долой часы, ку-ку. Третий, долой, ку-ку, долой, ку-ку. Да, закашливается, второй бьет его по спине. Часы, помолчав, бьют одну ку. Третий, прокашлявшись, спасибо. Второй, эх, тебя пробило.